он сам мотоцикл. Кайо. Эндуро. Мотоцикл. Называйте как хотите. Вот у него. Так, что у него есть? Вот мотор. Еще транспортировочные пленки еще пока что. Был куплен в магазине Rolling Moto, Москва. Карбюратор. Ниби стоит очень хороший, говорят. Прозрачный бак, что очень удобно. Еще хотелось бы отметить, что все узлы здесь смазаны. Вот. Вон, видно смазка. Вот. Подножка. Вот эти всякие втулки. Сейчас я прожектор. Втулки, там тоже видно все. Цепь. Все сразу же. Все хорошо промазано. Вот. Все, вот. Вот втулка. Вот ее все разбирали. Все. Спасибо огромное магазину Rolling Moto за это все. Я уже 4 дня катаюсь на цикле. Вот, кстати, мой велик. Он еще жив, вот в гараже. Вот. И так подумал, можно будет сделать жесть. И где-то в апреле, ну, в марте, в апреле, я могу взять своего одного друга. Да, не Бабушкина. Бабушкина. Есть, короче, один. Вот, и мы можем с ним на мотоцикле, на моем новом, поехать по всей Москве кататься. Вот. А может, не только по Москве, может, мы поедем в наш парк Филь вдвоем на эндуро. Без прав, без ничего. Вот. Так что давайте наберем где-то 20 лайков. 20. И в марте, в апреле я обещаю, что я вам это устрою. Вот, поедем, выберем какое-то место интересное, там вот поедем. Thank you.